Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами Huawei MatePad 11. И в этом видеоролике мы вам покажем, как скрыть какую-то фотографию в галерее. Для этого мы открываем нашу галерею, нажимаем «Далее», бла-бла-бла. И, к примеру, видим какое-то фото, но я не хочу, чтобы оно было вот здесь вот в галерее на глазах. Как его отсюда убрать? Все очень легко. В правом верхнем углу нажимаем на 4 точечки и выбираем «Скрыть». Нажимаем «Ок». После этого, где же мне найти теперь эти фото? Для этого мы в правом верхнем углу нажимаем 4 точечки и выбираем «Настройки», если я не ошибаюсь. Нет, ведь нам нужно было зайти в альбомы и где-то здесь войти в настройки. Да, в альбомах в 4 точечках у нас есть скрытые элементы и то фото, которое мы скрыли. Больше видео о данном девайсе можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго. До свидания!